Заседание избирательной комиссии области состоялось 19 июля. На повестке дня вопрос о регистрации первого кандидата на должность губернатора. Им стал Николай Любимов, который первым подал документы в избирком для регистрации на выборах. О результатах проверки документов отчитался секретарь облсбиркома. В соответствии с статьями 23 и 38 федерального закона и статьей 21 закона Рязанской области о выборах губернатора Рязанской области избирать комиссию Рязанской области постановляет зарегистрировать Любимова Николая Викторовича, 1971 года рождения, место жительства города Рязань, место работы правительства Рязанской области, временно исполняющий обязанность губернатора Рязанской области, выдвинутый Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом на должность губернатора Рязанской области. Муниципальный фильтр в Рязанской области составляет 7%, то есть нужно собрать 218 подписей. Свою поддержку Любимов предоставил 228 подписей депутатов и избранных глав муниципальных районов и городских округов. Все были признаны действительными. После доклада Любимову вручили удостоверение кандидата. Спасибо. Вам спасибо за личные документы. Спасибо. Любимов поблагодарил членов комиссии за кропотливую работу и заверил, что выборы будут конкурентными, а предвыборная борьба – честной и открытой. Конечно, она должна быть, кампания, честной достаточно. Не надо врать, не надо вливать друг на друга грязи. Но это зависит, конечно, от каждого кандидата. Вот со своей стороны хотел бы заверить, что у нас такой грязи и негатива в отношении иных кандидатов не будет. Каждому из кандидатов Николай Любимов пожелал предлагать что-то конкретное для области и стараться в ходе избирательной кампании это воплотить. На выборах 10 сентября конкуренцию ему могут составить еще 5 человек. Это Владимир Федоткин, Александр Шерин, Сергей Пупков, Александра Перехватова и Святослав Голубятников. Чтобы зарегистрироваться в кандидаты, все они должны подать документы до 26 июля.